Постерігаю рух на позиціях противника. Обстановочка більш-менш спокійна, все-таки діє в перемір'ї. Але сьогодні утром був інцидент. Стріляли з утеса по гусеничному трактору, який обробляє поля за посадкою. Ну, походу, вони просто не знали, що це трактор. Валили туди. Вчора був інцидент, теж стрілкове оружие, ДШК. Вони залазять, просто ходять по посадці сюди. Ми вимушені відстрілюватися, щоб не пропускати їх близько к позиції. Ну, они более время, там два или три дня они притирались, а походу сидели тихо, а сейчас время от времени начинают постреливать тоже. Конечно, это 100% Российская Федерация воюет с нами. То есть никакие там, не, ну там попадаются, конечно, среди них, если верить радиоперехватам, попадаются там и фермеры, и ополченцы, и просто они, так я так понял, и бомжей всяких приводят туда. Был однажды разговор, они подыскивали форму там троим солдатам. Да, ну так, ну, взяли в себе, походу, в помощники там, или копатели им надо, не знаю кто. Ну, вот так, 100% русские войска. Ну, поскольку поле все высохло, сухостой, лето было жаркое в этом году, они просто нас полили, запалили у себя траву сухую, она начала гореть в нашу сторону. Ну, мы боролись с огнем как могли, ничего не смогли сделать, вот это все, что осталось от пожара. Это взорвалось уже, это уже после того, как оно сгорело, уже крыша не было здесь. Сюда упало. Упала не одна, тут есть не разорвавшийся, еще валяется. Мы в эту территорию пока не заходим, надо, чтобы минеры приехали, разминировали это.